Сегодня готовим с вами обалденный диетический наполеончик. Для Наполеона вам понадобится 6 лавашей, 350 грамм молока, 2 яйца, сахарозаменитель по вкусу и 30 грамм кукурузного крахмала. Вначале сделаем из лавашей основу для Наполеона. Для этого нужно будет вырезать каждый лаваш круглой формы, чтобы получились красивые округлые коржи. Теперь берем 2 яйца и взбиваем их с сахарозаменителем. Я всегда беру эритриол. Это дынный сахар с низким гликемическим индексом, и он прекрасно вписывается в диетическое питание. Достаточно взбить так, чтобы сахарозаменитель полностью растворился в яйце. Теперь добавляем 30 грамм кукурузного крахмала и опять все хорошенечко взбиваем. Мы готовим с вами заварной крем. В сотейник наливаем 350 грамм молока и ставим на огонь кипятить. Обрезки от лаваша мы будем использовать как крошку, которой посыпем сверху Наполеон. Для этого нужно порвать руками на мелкие кусочки лаваш и на сковородке подсушить. Когда молоко закипело, медленно помешивая, вливаем яичную смесь в молоко. Ставим на огонь и на небольшом огне, все время помешивая, доводим до загущения крема. Буквально за пару минут кусочки лаваша подсохли на сковороде и стали хрустящими. Это будет отличная крошка для нашего Наполеона. Каждый получившийся из лаваша корж лучше всего подсушить на сковороде с двух сторон, для того, чтобы он получился более сухой и тоже хрустящий. Крем у нас уже загустел, и теперь его нужно остудить. Осталось только собрать наш Наполеон. Выкладываем на каждый корж крем, щедро, хорошо наносим его, размазываем по каждому краешку и сверху выкладываем следующий коржик. И так, пока не получится у нас полноценный тортик. Верхний корж тоже хорошенечко смажьте кремом. Теперь кусочки лаваша нам нужно превратить в мелкую крошку. Это можно сделать даже руками. И украшаем наш торт сверху крошкой. Даем ему немного настояться, и через пару часов ваш Наполеон готов.